Илья Борисович, добрый день. Как ваше настроение? Шикарно. Есть у вас новогоднее настроение? О, как сказать, вот выздоровел только, и сегодня первый день на работе, много пациентов. Все вот как будто ждали меня. Полная запись, работаем с утра до вечера, поэтому время 5 часов уже устал. Какие планы перед новогодними праздниками? По планам вот отработать хорошенечко все, съездить, возможно, в отпуск отдохнуть и потом с новыми силами включиться в работу, в рабочий режим, потому что планов очень много, очень много. Кстати, у нас, если ложь снять, появились клевые такие шоколадки Мистер Дэн. Смотрите, можно прийти и взять, попросить вот девочек сделать вам чашечку кофе, взять с собой капучино и прям съесть шоколадочку, вообще шикарно будет.